день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я вам предлагаю поработать вот над таким узором. В первых видеокадрах вы видели летнюю кофточку, связанную именно таким узором. Мне, когда я первый раз увидела, мне показалось, что очень просто, но действительно очень просто, но это нам позволяет быстро сделать себе обновку на лето. А вот посмотрите, какая у нас выкройка. Она предельно простая. Да? Каждый из вас может рассчитать вот такие прямоугольники и потом их соединить в летнюю кофту. Ну, итак, давайте сейчас с вами разберем этот узор. Вязать я буду из пряжи бегония. Ернат бегония. И крючок взяла 2,25. Набрала для образца 39 воздушных петель. И теперь я вяжу еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. На цепочке отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот восьмую петельку зашла, связала столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь считаем на цепочке. 1, 2, 3, 4. В пятую столбик без накида. И подряд. Ага, и еще теперь 3 воздушных. 1, 2, 3. На цепочке отсчитываем. 1, 2, 3. Столбик без накида. Первый. Столбик без накида. Второй. И столбик без накида. Третий. Далее опять. 1, 2, 3. На цепочке. 1, 2, 3. Столбик без накида. Теперь большая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. На цепочке считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Если вы обратили внимание, вот смотрите, вот у нас одна большая арка, вот вторая большая арка, то есть это уже один раппорт, будет это второй раппорт. Раппорт составляет, как я вижу по схеме, 13 воздушных. Далее у нас идет с вами повторение. 1, 2, 3 на цепочке. 1, 2, 3. И подряд 3 столбика. То есть это сейчас второй и третий. Далее 1, 2, 3. На цепочке 1, 2, 3. Столбик без накида. Теперь у нас с вами идет большая арка. 1, 2, 3, 4, 5. На цепочке 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Теперь 1, 2, 3. И на цепочке 1, 2, 3. У меня как бы осталось 2 петельки, значит, я где-то промахнулась по петелькам. Поэтому нужно быть внимательным. И как вы обратили, у нас с вами получилось 3 больших арки, то есть это 3 раппорта. Первый ряд завершили, и теперь я поворачиваю вязание и вяжем 1, 2, 3, то ли 3, то ли 4, определяемся сами, потому что схема нечеткая. Вот наша арочка 3, а вот наша арочка 5 воздушных. Я делаю накид, захожу под арку из 5 воздушных петель, и в нее я вяжу 7 столбиков с одним накидом. 7 столбиков мы с вами связали. 3 воздушных петельки. Вот наши 3 столбика без накида. Я захожу в первый, связала первый столбик. 3 воздушных. 1, 2, 3. И захожу во второй столбик, в третий столбик. То есть средний второй столбик у нас остается между двумя
столбиками. Вот так. Далее 1, 2, 3. Накид. Вот наша арочка из 5. В нее мы опять с вами вяжем 7 столбиков с одним накидом. Итак, вы поняли, что мы с вами чередуем 7 столбиков арку. Итак, смотрим, мы с вами завершили второй ряд. У нас получилось вот 3 раппорта, каждый из которых у нас с тобой включает веер и вот такую арочку, да, веер и арочку. Далее нам нужно завершить, поэтому 3 воздушных петельки. И в третью петлю от столбика без накида захожу и вяжу столбик без накида. Таким образом мы с вами завершили этот ряд. Следующий ряд мы с вами поворачиваем вязание. 3 воздушных петельки подъема. Я делаю накид. Захожу в первый столбик из 7, связала столбик. Воздушная петелька, накид во второй столбик. Воздушная петелька в третий столбик. Итак, мы с вами вяжем все 7 столбиков через одну воздушную петлю. 7 столбиков мы с вами связали. Теперь без всякой воздушной петельки я делаю накид. И вот наша маленькая арочка из 3 воздушных. Я зашла в нее, связала первый столбик, второй столбик и третий столбик. Без всяких воздушных, накид. И мы с вами переходим на следующий веер из 7 столбиков. А здесь у нас с вами между каждым, между столбиками у нас по одной воздушной петле. И так мы вяжем с вами до конца, чередуя 7 столбиков через одну и 3 столбика в маленькую арочку. Прошли мы с вами этот ряд. И теперь нам нужно завершить. Я делаю последний 7 столбик. Следующий я делаю накид и захожу вот в первую петельку нижнего ряда и связала столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Я иду под первую арку. Столбик без накида. 1, 2, 3. Под вторую арку. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая арка. 1, 2, 3. У нас, в принципе, должно с вами получиться 5 арок. Вот первая – это не арка, это соединение. А арки получается вот 1, 2, 3, 4, 5. Далее мы должны с вами перейти на следующий веер. 1, 2, 3, 4. Я сразу же захожу вот в первую арку. Соединилась. И вот теперь мы с вами опять повторяем. 1, 2, 3 под арку. И 5 арочек у нас следующим. Соединяемся следующим. И так идем до края. Так, смотрим, мы с вами дошли до края. Получили по 5 арок. Последние я предлагаю сделать 3 воздушных и соединиться вот прямо как бы под эту арочку. Теперь мы с вами поворачиваем вязание. Но помним, что у нас должно быть 5 арок. Начиная вот, считайте с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5. То есть не вот эта арка нас интересует, а вот эта. 1, 2, 3. И еще 1, 2, 3. Как я говорила, вот эту арочку мы отметаем, эту пропускаем, заходим вот в следующую. Если говорить от начала, то 1, 2, 3. Или же 1, 2, 3, 4, 5. Значит, мы с вами заходим 1, 2, 3, вот в четвертую и вот в шестую. То есть я зашла вот в эту арку, связала столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропустила одну арку, зашла в следующую. У меня на этой стороне осталась одна арка. И с этой стороны у меня тоже одна арка. Теперь 1, 2,
3 я делаю накид. Вот у нас с вами как бы пролет, и под него мы с вами вяжем 3 столбика с одним накидом. Как бы такая ровная арка. Далее 1, 2, 3, и вот сейчас опять-таки я захожу под арочку, нет, вот под эту пропускаю, захожу во вторую арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, одну арку пропустила, захожу в следующую, с этой стороны тоже осталась одна арочка. 1, 2, 3, накид, зашли под пролет из 4 столбиков, под него 3 столбика с одним накидом. Если вы обратили внимание, то мы с вами делаем, как вы видите, вот эти вот арки из 5 воздушных, это для следующих 7 столбиков. Дойдя до краю, 3 воздушных петельки, накиды, мы с вами должны связать столбик с одним накидом для того, чтобы выровнять этот ряд. Повернули вязание, 1, 2, 3, накид, вот наша арка, под нее 7 столбиков. Первый, второй, третий, то есть, как вы понимаете, далее у нас идет с вами все полностью повторение. Мы с вами связали раппорт 3, 5, 6 и вот 7. 3 воздушных, 1, 2, 3. Идем в первый столбик с одним накидом. 3 воздушных. И в последний столбик. 3 воздушных, накид и опять 7 столбиков. Вот. И вот в итоге получаем мы с вами очень одновременно и простой, легкий и быстрый узор. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!